Сейчас поднимем разрушением во имя Иисуса Христа. Поднимай церковь Твою, Господь, в это время. Об утешении, Господь, об утешении для всего этого народа. Мы молим Тебя, Отец, именем Иисуса Христа. Пусть приходит это благоприятное время спасения для всего народа Эквадора. Именем Иисуса Христа. Время благоприятное, время спасения. Время, когда рухнут всякие идоли, когда падают всякие идоли. Господь, осветление Твоего Божьего во имя Иисуса. Также не перестаем просить о мире в Украине, Боже, о том, чтобы Твой мир, Господь, и не спасал к нам, чтобы эта земля увидела Твою славу. Отец, во имя Иисуса, мы ожидаем мира от Тебя, что война, Господь, в Украине закончилась, что эта война, Господь, закончилась. Именем Иисуса мы просим Тебя примирение в народе, и просим Тебя, Господь, о мире в народе, о мудрости для правителей, о спасении людей. Боже, во имя Иисуса, пошли этот голод, не по хлебу, эту жажду, не по воде, Господь, чтобы познать Тебя, чтобы искать Тебя, чтобы слушать Твое Слово во имя Иисуса. Аллилуйя. Во имя Иисуса, церковь Твоя просит, Боже. Аллилуйя. Народ Божий да скажет аминь. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми нами. Аминь. Let the grace of the Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with us forevermore. Amen. Surely, that goodness and mercy shall follow us all the days of our lives. Forever and ever. Amen. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, del Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos nosotros. Amén. God bless you. Hallelujah.